Третий раз за полгода Банска. Вопреки моим негативным прогнозам, в номере есть чайник. Это просто супер чудесно. Потому что на фотках его не было. Отель прям вообще в горах. Иду вдоль подъемника, чтобы сесть на подъемник. Птички поют. Там мой отель. Вот его, наверное, тут видно даже будет. Вон он точно. Или не он. Панорама называется. Смех панорама. А, вон, да, панорама написано. Так, апрель. Не помню, какой точно. Вроде бы 8 апреля сегодня. Вот, это Банска. Едем с Бандеришка Поляны. Не помню, куда. На Шелегарника вроде. Снег еще имеется, но на этом уровне он тает. Из него можно лепить снеговиков. Ну и такой жиденький. Я вижу, что люди на лесу все еще катаются. Я тут и снежной погоды не катался никогда под подъемниками. Но в такую это вообще ад какой-то. Хотя он катается. Будем ехать до упора. До плато-то, до Тодорки. В общем, запрещают они вне трассы. Но очень хочется вот тут съехать. Я лыжи специально взял фрирайдные. Фрирайдные. Впервые в жизни надел. Непривычно было поначалу. Там даже, кстати, крепления другие.
Интересно, хватит у меня скиллов здесь проехать или нет? Скилленок хватит. Так, нас начинает засыпать. И это очень хорошо. Держим путь на плато-то. Плато-то. Одна из верхних точек Банско. Вроде Бандерица 2 еще выше. Вот. Но мне, в принципе, плато-то достаточно. Прогнозом говорят, тут где-то около минус 6. Вот. Но мне кажется, тут, наверное, 0. Но из-за ветра ощущение как будто минус 10. Есть хочешь? У меня нет ничего с собой. Вон там он. Вон у деда Янката поешь. Вон там еда, смотри.
покорение апрельского Банска. День номер два, воскресенье. Если вчера, по моему предположению, было 8, то сегодня, видимо, 9 апреля. Красивый пейзаж, как будто рисовано чернилами или углем, обычным карандашом. Птички поют. Интересно, это соловьи или что-то другое? С отелем мне, как всегда, повезло. Стены тонкие. Похоже, что там стены вообще из гипсокартона одного. Соседи кидают мячик в стену. По вечерам, по утрам. Вообще не спят, судя по всему. Только кидают мячик. Сегодня супер поздно выдвинулся, 5 минут 12, а мне надо вернуться уже минимум в 4 часа, а лучше в 3. Вернее, 4 это вообще поздний срок, позже которого возвращаться даже бессмысленно. Потому что надо сесть на автобус и уехать в другой город, в котором я работаю, и в котором завтра мне на работу. С другой стороны, я бы мог работать из Банска, никто меня не заставляет прям ходить в офис. Кстати, да, а что я вот эту идею не вентилирую? Может, приехать сюда и найти апартмент на месяц и вообще забить на возвращение. Слушать птичек вот так вот каждый день. Ляпота. Ляпота. Бам-бам-бам! Приключения черепашек-ниндзя. Сейчас будем рассекать вот по таким склонам. Готовимся, надеваем шлем, каску, маску и все такое прочее. Меня зовут Хамато Йоши. Метет, видимость плохая. В целом мне такая погода нравится, но желательно выспаться хорошенько, покушать хорошенько. Ну и в общем быть good mood. Вот, а если ты спал 2 дня по 5 часов, ел какой-то отстой и ничего не видишь, не понимаешь скорость, не понимаешь угол, ну вообще как ежик в тумане, короче говоря, тогда становится действительно опасно. Камера, кстати, не передает, насколько плохая видимость. Мне приходится щуриться от того, что яркий свет от солнца, который как бы и не проходит сквозь эти тучи, а глаза он все-таки слепит. Так вот, приходится щуриться. Еще и снег. Вот это туман. Камера с трудом фокусируется. Вот это ахтунг. Когда едешь в таком тумане, ты не понимаешь угол. И скорость тоже не понимаешь. Двойной экстрим. Двойной удар.
10.000 Euro geht hier da. Ja? Also wenn du vorhast zu sagen, oh, das was ich dir angeboten habe, das ist mir jetzt zu viel, jetzt machen wir mal weniger, das ist doch auch irgendwie nichts, ja. Wir haben drüber nachgedacht und haben gesagt, das ist unser Preis, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich für den Auto. Ich muss jetzt den Mikro anrufen. Ich glaube, da machen wir mal gerade. Können wir mal gerade loslegen. Ощущение, как будто в хамам зашел. И дышится так же. Так, палка. Там у кого-то авария случилась. В общем, я потерял палку, теперь у меня только одна арендная палка. Я знаю, где потерял. Я ее только что видел. Возможно, я даже заснял. Возможно, даже я ее потерял, когда снимал. Бред. Сивой кобылы. Сейчас, надеюсь... О, вот хамам. Факин хамам. Ничего не видно. Вот на этом участке вообще пипец на подъезде. Подъемнику. Просто туманище. И дышится, как в хамаме. Блин, надеюсь, я палку найду. Вот, потому что тут куча добрых людей, которые могут ее взять, куда-нибудь повезти. А могут и вот эти чуваки ее найти, которые везут. Блин. Надеюсь, они не возьмут мою палку. Надеюсь, они по ней не проедут, мазафака. Вот где они сейчас едут, примерно там она и валяется. Да, не было печали. Придумал себе проблему. Гений. Интересно, я еще увижу. Вот если кто-то по ней проедет, это будет авария. Если кто-то по ней проедет, это будет авария. Что-то я ее не вижу. Что-то я ее не вижу, блин. Интересно, я увижу место, где чуваки были. Вот они, наверное, тупые, да? Или выше. Вот они тут были. О, кто-то еще остался.
еще и на прокате скажу. Сейчас осталось вторую еще потерять для комплекта. А если ее снегом присыпят? Ладно, благодаря потерянной палке я снимал. А вон это и не моя палка валяется. Вон она валяется, блин. Вон моя палка. Hey, it's mine. Блин, вот что Вика берет. Берет мою палку. Ну зачем ты ее берешь? А, ну ты ее простыкаешь, да? Ну ладно, ништяк. Спасибо. Короче, Чувиха воткнула мою палку. И вот чему можно порадоваться, что у меня же есть шанс эту палку обратно найти. Это же 100% пропажа. Вот она там лежит, ее воткнули. Если никто не собьет и не стырит, то я ее заберу, собственно. Чуваки наслаждаются публиком, внезапно прибывшим. Еще осталось телефон посеять тут. Зона отчуждения выбираемся. Хамам чуть ниже остается, а тут наверху более-менее есть свет, есть видимость.
Вот я гений, напоследок решил по красной трассе с Тодорки долбануть. Попал в местечко, в котором ничего не видно. Вот обычно мне здесь кататься страшно, когда хорошая видимость. Сейчас я вообще не понимаю, как ехать, потому что просто в молоке. Ехал чувак, более-менее за ним еще мог как-то катиться. А теперь я отстал. Чувствую себя отсталым. Молоко. Походу я выбрался из молока. Вон оно там. Все внизу немножко есть. Но видимость сильно лучше стала. Меня почему-то не удивило, что на Бандерице 2 ни одного человека нет на подъемниках. Я ждал минут 5, пока ел мандарин. За все это время только одна компания поднялась. Бандерица 2 это, конечно, пипец. Молочище. Еще угол крутой. Ладно, это мой на сегодня последний спуск. Путешествие Банско-Апрельское подходит к концу. Держим курс в город. Ждем, как сдадим лыжи и пойдем сразу есть куриный суп. Время 15 минут четвертого. Мне в 6 надо быть на автобусной остановке в другом конце Банска. Это значит, что где-то в 30 минут надо уже заказывать такси. В принципе, там ехать 10 минут, но кто его знает. Вдруг придется бежать. А вам слышно, как поют птички? Пишите в
стою на асфальте, лыжи обутый.